выводы после вчерашней такой неубедительной игры? Сегодня-то с первых минут понеслись уже, результат начали делать. Ну да, там тренеры нам сказали, не очень, это плохо вчера играли, и сегодня мы показали в первом периоде, что мы были должны вчера отыграть, там сразу повели в счет 3-0, игра сложилась по-другому. Почему не дали Яну Лацу сделать шутаут, а? Расслабились немного, пропустили? Знаете, там просто, когда ты ведете в счете где-то 3-4 гола, может быть, что на этот момент немножко расслабились, и я не получил этот шатаут, но победа есть победа. А вы знали, как сыграли вчера? Вот Тиаго Руан, вас не удивил результат матча вчерашний? Это турнир, да, поэтому это не только как сезон, что можешь победить или проиграть три раза подряд, и все нормально. Здесь турнир, едешь от игры к игре, надо побеждать, и у нас только одна задача была, и есть просто победить на этом турнире. Чего ожидать от завтрашней игры? Домашняя команда, люди много приедут. У нас надо сосредоточиться на нас, на нашу игру. И пусть будет такой результат в первом периоде, как сегодня для нас. Донецка тоже приедет, там группа поддержки неплохая на завтра, не будет вам скучно? Ну это эти ребята, которые приехали пока на эти две игры, это отлично, что чувствуешь так более-менее как дома. И завтра я слышал тоже, что придет еще большая группа. Посмотрим, какие болельщики буду лучше, если нашли или... А насколько полезны такие турниры, вот играть с соперниками, это не континентальная хоккейная лига, как вы уже всех знаете, вот здесь новый соперник, новый стиль игры какой-то, вот интересно вот, ну, для команды? С этим ничего не сделаешь, просто так поставили, мы выиграли кубок в прошлом сезоне, поэтому опять здесь всегда так бывает, если торопиться, как вчера. Все говорят, что КХЛ такая лига. Сегодня мы крупным счетом выиграли. Может быть, люди будут говорить опять, что слабый соперник. Но, как я сказал уже, у нас одна задача, это победить этот турнир. Спасибо, с победой.